Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Здравствуйте, все, кто живет на планете! Перед вами не шутки и не приколы! Команда ЮИД «Патриоты дороги»! Чему сегодня будем призывать? Напомним мы о том, что каждый должен знать! Знать должен без сомнения! Правила дорожного движения! Как артерии дороги покрывают шар земной! И у них свои законы, помни главный, основной! Если хочешь жить ты долго, без проблем и без обид, изучай скорее дорожный, ПДДшный алфавит! А. Асфальт проезжей части для машин, не для игры! Б. Путь будет безопасен, светофор, коль чтите вы! В. Уменьшена вероятность нарушения ПДД! Г. Геройствовать не надо на дорожном полотне! Е. Езда велосипедом из 14 лет! Ж. Запомни, желтым светом все стоят и ходу нет! З. Зеленый загорелся, впереди проход открыт! И. Законов исключения никогда не может быть! Мы все такие разные, но сплочены одной идеей. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Дороги не прощают грубости и хамства, рассеянности, злости и упрямства. И если хочешь ты, чтобы безопасным был твой путь, вот правил на дороге повторять ты не забудь. Везде и всюду правила, их надо знать всегда. Без них не выйдут в плавание из гавани суда. Выходит рейс по правилам, полярник и пилот. Свои имеют правила шофер и пешеход. А огромное достижение знать правила движения. Их выучи на зубок, запомни как главный урок. Помни, напи.